Друзья, прошло 2 недели, и настал ответственный момент. Посмотрим вместе результат черенкования. Ровно 2 недели назад я сделала черенкование роз. А, как я обещала, результат сейчас посмотрим вместе. Да-да-да-дам. Очень интересно, что будет. Итак, ровно через 2 недели, как я обещала, открываю свой парник, свою теплицу. Там-там-там-там-там. Да-да-да-дам. Да-да-да-дам. Вот видите, здесь какая влага. Вот капельки. Капельки воды внутри. Ну-ка, мои дорогие розы, покажите нам хороший результат. Ой, друзья, земля мокрая внутри. А вот капли воды. Вот теплица какая у меня была. Так. Листочки выглядят свеженько, очень свеженько. Как будто я только что их срезала. Посмотрите. А, если пошли корни, это будет отлично. Вот. Посмотрите, как будто сейчас я срезала, всю минуту. А ну-ка. Ну-ка вместе с вами. Сейчас посмотрим результат. Достаем вместе с землей. Здесь никаких корней нет, друзья. Да. Опять я туда впихиваю эту землю. Пусть так постоит. Раз теплица не укоренилась, пусть постоит так. И время от времени буду поливать. Может, отпустит корни. Ягодчина. Этим результатом. А ну-ка пошли дальше. Второй стаканчик посмотрим. Так. Удаляем землю. И здесь нет никаких корней. Ну что это такое? Я не думала так. Думала, что не будет результата. Но я не сдамся. Я их посажу опять в эту же землю. Поставлю здесь их на балконе. И в теплице. Прямо так. Время от времени буду поливать. И потом посмотрю результат. Так, третий стакан. И здесь никаких камней нет. Да.
Вот облом. Я не сдамся. Они вот так будут у меня здесь лежать. Лежать еще 2 недели. Потом еще посмотрю результат. Четвертый стакан. То же самое. Ни черта здесь нет. А это из букетов. Я и не надеялась здесь, что что-нибудь получится. На всякий случай сделала. Ничего. Эта земля пригодится. А сейчас еще вот спустя 2 дня я провела черенкование. Всего 3 штуки. Здесь. Опа. И здесь ничего нет. А ну-ка здесь. Вроде я сделала все, как полагалось, все по правилам. И здесь ничего нет. И не хочу. И здесь ничего нет. Ой. Не думала, что будет такой результат. Но я не сдамся, друзья. Вот эти 3 стакана. Вот листья выглядят, как будто сейчас я их срезала. Эти веточки я их оставлю в стаканчиках, вот так положу на одноразовую тарелку, оставлю здесь на балкончике, когда земля высохнет, буду поливать, и через 2-3 недели посмотрим опять вместе результат. Наверное, повременим. Через 3 недели лучше. Вот так они будут стоять. Если не пустят корни, то потом, не знаю. Не буду верить в это черенкование. Вот эти 3 стаканчика я оставлю. Друзья, что я могу сказать? Вот как я провела черенкование, вот так вот не надо. А надо вот так, вот так, вот так. А если серьезно, я, как я вам говорила, я пересмотрела очень много видео, прочитала очень многие комментарии и думала, что все получится. Я единственное скажу вам, хочу вам сказать, что не верьте, когда в интернете показывают видео и говорят, что быстрое черенкование роз. Вот единственный результат положительный от этого. Что? Не верьте этим словам, этим видео. Ничего не получается. Во всяком случае, таким методом и
когда пишут быстрое черенкование роз. Вот что получилось. Никаких корней нет. Земля-то у меня же там эффект теплицы был. Земля влажная. В стаканчиках. Они выглядят как только что свежеотрезанные, как будто я сейчас их отрезала, вот эти ветки. И все. А корней никаких нет. Я вам посоветую, не верьте, когда вам говорят, что это быстрый метод, все получится, не верьте. Сейчас я решила, что подержу их, наверное, целый месяц, один месяц подержу в таком виде, в этих стаканчиках. Буду время от времени, когда очень засохнет земля, буду поливать. И если через месяц мы опять вместе посмотрим результат и ничего не получится, то до свидания, я никогда это не буду делать. И еще я вспомнила, моя подруга очень любит цветы, размножает всякие цветы. Сейчас я позвоню ей и спрошу, как она размножает розы. Я не додумалась до этого позвонить, искала в интернете рецепты. А сейчас я выпущу это видео и позвоню ей. А потом обязательно вам скажу, что она скажет, что она посоветует. И сделаю также обзор. Если она посоветует какой-нибудь метод, этим методом тоже я попробую. Не хочу сдаваться. А сейчас вот так. Пусть они здесь на балконе стоят, я их буду поливать. И через месяц, ровно через месяц, значит, сегодня 8 июня, ровно 8 июля мы посмотрим результат. Если моя подруга что-нибудь хорошенькое посоветует, я обязательно сниму видео и вам тоже покажу, посоветую. И вы тоже сможете потом сделать так. А так, как я сделала, у меня есть видео «Быстрый способ размножения роз». Так не делайте, это точно. Итак, дорогие мои друзья, осталась я со своими стаканчиками. Три стаканчика. Вот, три черенка я оставила. И буду смотреть результат через месяц. Если будет что-нибудь новое, я вам сообщу. Сейчас я выложу это видео, а потом позвоню своей подруге. Попрошу, чтобы она мне посоветовала что-нибудь и расскажу, как все это я сделала. Ну, она и видео посмотрит. Вот так. Я расстроилась, но ничего. Не сдамся. Что-нибудь получится. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новые видео. Пока.
Друзья, я уже позвонила своей подруге и вам расскажу, что она мне сказала заодно в этом же видео. Значит, она мне сказала, что это все брехня в интернете. Вот эти видео, что снимают и выкладывают, не верит, говорит. За две недели это невозможно, чтобы прошло черенкование, был результат, и чтоб ветка отпустила корни. Этого, говорит, не бывает. Я, говорит, и моя мама в прошлом году сделали также черенкование. И у нас, говорит, ничего не получилось. Моя мама, говорит, выкинула эти черенки. Она сказала, что они засохли, из них ничего не получится. А я, говорит, не выкинула, оставила. И результат получила на следующий год, на следующее лето. Представляете? Она говорит, обремени, мне сказала она, до осени. Пусть они стоят в стаканчиках. Поливай время от времени. Осенью тоже можно посмотреть, будет ли какой-нибудь результат. А максимальное количество времени, это надо подождать до лета. Ну, один год ждать результат. Представляете? А я думала, сегодня уже там будут у меня не корни, а корневища. Ну, это тоже урок. Да, я очень расстроилась. Максимальный срок, ну, один год. Ну, будем ждать вместе с вами. Дай Бог, чтобы было здоровье, чтобы мы все чувствовали себя хорошо. Ну, подождем один год, и через год посмотрим результат. Если они очень засохнут, и выброшу, это тоже вам скажу, посоветуюсь со своей подругой, тоже вам сообщу. Но я думаю, они в стаканчике будут себя чувствовать хорошо. Сейчас нет там эффекта теплицы, просто стоят стаканчики, я их уже буду поливать. А земля была такая влажная, там был настоящий парник, настоящая теплица и капли. Капли были, капли воды. Ну, камней нету. Вот такой облом. Ну, ничего. Время от времени, когда я буду делать обзор своих растений, я еще хочу показать вам также павлонию летом, как она выглядит. Листья уже стали большими. Еще я купила растения и должны сейчас некоторые посадить. Некоторые уже посадили. И я хочу сделать обзор летом. Ну, к концу лета, наверное, сделаю обзор. И вам все это покажу и расскажу. А также покажу вот эти розы в стаканчиках, как они выглядят. Мои черенки, как будут выглядеть. Я думала, хотя бы у одного черенка или у двух будут корни маленькие хотя бы. Ну, не так все просто оказывается. Но ничего. Не сдамся. Все равно буду делать черенкование.
до получения положительного результата. Зато вы потом будете знать 100% метод, мои дорогие зрители. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И ждите новые видео. До свидания. До скорой встречи, друзья.